ближайшие дни всем знакам зодиака необходимо постараться уделить время себе и своему внутреннему состоянию. Также звезды рекомендуют ни с кем не делиться своими планами и мечтами, чаще прислушиваться к интуиции. Овны. Чрезмерные нагрузки и эмоциональность приведут к неприятным последствиям – ушибам, ДТП, ожогам. Не идите против всех, один в поле не воин. Восстановить энергетику после трудовой недели поможет релаксация. Тельцы. Достичь целей, какие бы они ни были, вам поможет самоуверенность. Вас в любом случае будут рады видеть и примут как самого дорогого гостя. Будьте инициативными, вас ждут действия и зрелища. Вы способны собрать вокруг себя большую толпу и повести за собой. Близнецы. Вам звезды рекомендуют залечь на дно и избежать неблагоприятных последствий выходных, таких как конфликты, ссоры и разочарования. Позвольте своим недоброжелателям успокоиться. Старайтесь решать все вопросы дипломатично и с помощью уступок. Раки. Увы, вы можете сильно разочароваться в людях, причем как в личном плане, так и профессиональном. Абстрагируйтесь от нападок и неблагоприятных пожеланий. Оптимальный вариант – закрыться от негатива, провести ближайшие дни в уединении. Львы. Ваша энергетика, работоспособность и стремление достичь цели возрастают. При этом не совершайте крупных приобретений. Не посещайте общественные места. В ближайший понедельник рекомендуется сохранять осторожность при проведении финансовых операций. Девы. Постарайтесь спокойно оценить ситуацию и хладнокровно принять ее. Отвлекитесь на какое-нибудь приятное хобби – спорт. Это позволит вам расслабиться и успокоиться. Избегайте одиночества, ищите компанию. Гоните прочь от себя плохие мысли. Весы. Внимание! Впереди неблагоприятный период в финансовой сфере, возможно, снижение уровня жизни. При этом слушайте только себя, не нужно следовать советам посторонних. Только ваша интуиция способствует скорейшему разрешению проблемы. Скорпионы. Ваша работоспособность и активность помогут прийти к хорошему результату. Домашние дела требуют особого внимания. Попробуйте взять инициативу на себя и разрешить все споры в семье для наименьших последствий. Стрельцы. Увы, вас ожидает неблагоприятный период в жизни. Однако никакие проблемы и задачи не являются невыполнимыми. Старайтесь контролировать свои эмоции, чтобы не ухудшить ситуацию и не наткнуться на осуждение окружающих. Козероги. Не сворачивайте с намеченного пути. Внимательно отнеситесь к финансам и планам. Уважение окружающих вы заслужили своими делами. Не надо сомневаться и в своих силах и возможностях. Водолей. Избегайте новых знакомств. Возможно, вами воспользуются в личных корыстных целях. Не откровенничайте с посторонними и не будьте излишне доверчивы. Также не ссорьтесь с близкими людьми. Чтобы уладить недоразумения, будьте прозорливее и станьте дипломатом. Рыбы. Смотрите, чтобы ваша работоспособность не повернулась вам во вред. Тщательно обдумывайте каждый шаг. Проявите излишнюю осторожность при управлении автомобилем, при работе с легко воспламеняющимися предметами. Всем знакам зодиака звезды рекомендуют уже в понедельник проявлять деловую активность. Важно будет не пропустить выгодное предложение. Звезды знают, что говорят.